Ближе к вечеру к Славянску начала стягиваться украинская военная техника. По данным очевидцев, на подходе к городу было 20 БТРов. Замечены также два вертолета и колонна из 500 военных. В Минобороне подтвердили, спецоперация началась. Ее подробности не разглашаются. Мобильная связь в городе работает с перебоями. А в Краматорске была попытка штурма местного аэродрома. По данным исполняющего обязанности президента Александра Турчинова, украинские военные предотвратили захват летного поля. Жители города выложили в интернет видео, на котором над городом летает самолет без опознавательных знаков. Также были замечены военные вертолеты, и со стороны аэродрома раздавалась стрельба. Есть ли жертвы с каких-либо сторон и что в действительности произошло, никаких официальных комментариев по этому поводу на данный момент нет. Нет.